Привет, я Эмир. Сегодня я расскажу вам про свою счастливую семью. У меня есть сестра, которую я всегда защищаю. И мой младший брат, который берет с меня пример. Я всегда помогаю маме и папе по дому, но при этом никогда не забываю делать уроки. Наш любимый семейный праздник – это Новый год. К нам на Новый год приходит Дедушка Мороз и дарит нам подарки. Еще мы любим наряжать елку. Каждый вечер у нас в семье принято после вкусного ужина играть с папой и мамой в игры –